Участковыми уполномоченными Лесногородского отдела полиции по подозрению в организации наркопритона задержан 47-летний местный житель. Злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру в поселке Внесок своим знакомым для употребления наркотических средств. В момент задержания в ней находились два человека с признаками наркотического опьянения, а при осмотре помещения были обнаружены емкости и шприцы с остатками неизвестного вещества. Согласно заключению эксперта, в составе содержимого присутствует героин. Возбуждено уголовное дело.